По каким причинам не стоит заводить ласку? Одна из причин, если вы не сможете обеспечить всем необходимым это животное. В первую очередь это касается питания. Они едят мышей, и не каждый хозяин согласится дать их, но без них животное может заболеть. Из этой причины вытекает и вторая. Не каждый ветеринар согласится лечить ласку, ведь она считается экзотическим животным. Многие ветеринары отказываются от лечения, так как никогда не имели дела с ними. Учитывайте это, когда заводите животное. Подписывайтесь.